Как добавить фото на сайт приглашения? Чтобы добавить фото на сайт приглашения, нажмите на всплывающий плюсик на первой или второй странице сайта. Выберите значок с иконкой фотографии, затем на панели инструментов нажмите «Загрузить фото» и выберите нужный файл на компьютере. Чтобы изменить форму фотографии, воспользуйтесь соответствующей кнопкой на панели инструментов справа, где можно выбрать нужную форму. Кнопка по центру позволяет регулировать толщину рамки, а рядом вы найдете настройки для изменения цвета рамки и ее прозрачности. Когда фото будет добавлено, его можно переместить в нужное вам место в приглашении. На панели инструментов нажимаем значок стрелочки и перемещаем фото. Удалить фото можно с помощью кнопки на панели инструментов или через опцию в таблице рядом со строкой «Фото». Вы можете поменять фоновое изображение на лицевой стороне приглашения. Сначала нужно удалить стандартное фото, которое стоит у вас на заглавной странице. Находим данное фото в табличке справа от макета и удаляем его. Теперь, чтобы загрузить свое фото или картинку на фон, нужно нажать на плюс справа от макета, где расположен графический элемент. Выбираете изображение для загрузки, после чего нажимаете на «Сохранить» и обновите страницу. Справа от макета появятся стрелочки для изменения размера и расположения изображения. Готово! Теперь ваши приглашения стали еще более личными и отражают вашу индивидуальность.